Всем здравия богатырского, Серега. Здоровенько. Мы с Серегой решили выбраться на пруд, на платник. Я хоть и не люблю это дело, но что-то на речках у нас весьма очень туго, вяло. Были мы в том году на этом пруду, тогда я по нулям. Серега взял щуку на 2 с лишним хорошую. И кум, привет, если смотришь. Кум тогда судачка взял. Такой вот пруд, кто знает, тот поймет, рекламировать я ничего не буду. Наш местный знаменитый. Да, от Воронежа, если воронежский заинтересуется, приблизительно 40 км, нормальный пруд. Ну, там в комментариях напишут, что это за пруд, я ничего не хочу за него говорить. Еще, правда, неизвестно, поймаем мы что или нет, и вообще выйдет ли это видео. Ну, по старой сложившейся традиции, если вы это смотрите, значит, мы, наверное, что-то с Серегой поймали. Будем сегодня ловить на джиг. Я хоть и не любитель джига, я больше к воблерам. Но, как говорится, надо пробовать все. Ладно, погнали, мы время терять не будем. До следующего включения. Да, включил. Вот это я местечко сменил. Да, ну. Я сначала не понял, думал, какое это. Зацеп. Не зацеп, бах. Я думал, что-то упало. А потом подбило второй раз. Щук. О, да. В кусты не заведи. Судак. Судак? Судак. Бля, какой хороший. Тихо. Аккуратненько. О! Красавелла! Класс! Вот это да! Вот это я кинул, блин. Поменял местечко. Полторашка не меньше, наверное. Во! Класс! Класс! Вообще, давай-ка туда. Подальше его. Вот это я думаю, дай сменю на приманочку и сменю это. Я кидал твистеры, фигистеры в надежде на него. А он вон на видно. Оворунка. Китайская. Китайская оворуна. Вот так, это да. Так, там солнце. Лапать. Сейчас мы его взвесим. О! Так они. Ну а что, так, нули, килограммы. Давай просто его это, взвес. Во, вот это закрытится. Там поет посерединке. Никак не поддерло. Давай, не выдерживайся. Ты уже все на крючке. Да я и зажал крючки. Живодеры. И все равно есть, что живодеры-то. Так. Ох ты, ёкерный бабай. 2,5. Я мелочи не считаю. Я говорю, полторашка. Нифига себе полторашка. 2,5. Красава. Красавчик. Так, все, я взбодрился. Неплохо, неплохо. Продолжаем. Сережка у нас, он проголодался на эмоциях, наверное. Сейчас он там костерчик разжигаем, мангальчик то бишь где. Да. А то что-то подпрохладно сегодня уже. Осень наступила, отцвела капуста, он танцует. Я что-то не знаю, пускай так лежит. Китайский у меня этот, как его звать-то, блин, кукан. Я все никак не переделаю это. Убрать карабины и поставить туда что-нибудь такое поплотнее. Боюсь, я то с них так сходит. Как-никак трофейчик в этом сезоне. 2,5 кг. Нормально. Сейчас чуть подождем, чтобы там местечко подостыло, так сказать. И продолжим. Всем приятного аппетита, кто кушает. А мы чайку и бутербродиков. Тут вон у нас, вон она что.
Траусиная ферма целая. Закончили мы, короче, с Серегой. Больше так. Там еще он один, толком ничего не было. Один судак, и то, которому я попал под нос. Ну, сейчас встретили еще людей, вообще тишина. Слом погоды. Мы что, сегодня и сорвали с Серегой то, что ночью уже обещают снег. И решили сегодня порыбачить. Ну, хоть как-то что-то. Один судачок. Ну, ладно. Сезон, я думаю, закрыли, если будет такая погода. Так что всем не хвоста, не чешуи, если вы еще ловите. Кто-то уже на льду ловит некоторые. Мы пока так. Ладно, всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.